На днях российская певица Максим была госпитализирована. У нее диагностировали пневмонию и 40% поражения легких. Но сейчас состояние певицы ухудшилось, и ее ввели в искусственную кому. В какой-то момент у пациентки возникли проблемы с самостоятельным дыханием, так как выросло поражение легких. Сначала врачи попробовали неинвазивную вентиляцию, но она плохо помогала. И было принято решение ввести Марину в искусственную кому, или как это еще называется, медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы и предотвратить кислородное голодание, рассказали в больнице. PR-директор певицы подтвердил, что состояние артистки действительно ухудшилось. Максим, правда, сейчас подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако паниковать не стоит. Она находится в руках очень хороших врачей. Ситуация под контролем. Накануне, когда мы разговаривали по телефону, Марина была настроена по-боевому. Сказала, что все с ней точно будет хорошо, сказал представитель певицы. А у меня на этом все. Услышимся.